Сегодня в парке имени Николаева состоялся детский акату. Этот праздник традиционно проходит в преддверии Дня Республики. Что ребята знают о традициях предков, смотрите в нашем сюжете. Вытолкать соперника за линию – стать богатырем Чуваши – это один из конкурсов фестиваля. В числе других заданий – нарисовать рисунок, станцевать, рассказать стихотворение и исполнить песню. Все на народную тематику. Мастер-классы, выставки и этноквесты. Скучать не пришлось. И даже моросящий дождик ребятам не помеха. Пришли отдохнуть, повеселиться, попеть песни. Может быть, завести новых друзей. Агадуй считается чувашским праздником. Обычно его справляют после посевных работ. Устраивают разные концерты, игры. Мы, молодое поколение, стараемся поддерживать наших предков. Детский акатуй проводят уже в 4-й раз. С каждым годом участников становится все больше. Готовясь к этому празднику, они ведь изучают народное творчество, они изучают песни чувашские, танцы, они изучают костюмы, изучают обряды. Это же очень важно. Если мы с самого раннего детства начнем детей посвящать в эту культуру чувашскую, они ведь никогда не забудут, будут знать, будут передавать своим детям, потомкам. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Сергей Адушкин, Республика.